Новогородковская школа уже готова принять учеников. Здесь есть комфортные кабинеты для занятий, центр точка роста и современное оборудование. Также функционирует музей «Наше наследие». Он помогает формировать военно-патриотические ценности. С работой учебного учреждения ознакомился депутат Московской областной думы от «Единой России» Дмитрий Голубков. Тут Великая Отечественная война, это тут наши. Наши экспонатов очень много, пока, к сожалению, нет у нас такого большого. Вот на первое время сделали им вот такой музей. Другое учреждение, которое посетил парламентарий – Новогородковский детский сад. Для детей здесь созданы все необходимые условия. Работают музыкальные, спортивные залы и пищеблок. А сколько мест у вас в детском саду? Ну, изначально на 150, на 120 был проект. Потом увеличили до 150, но у нас сейчас 178, и нам не тесно. Коллектив дошкольного учреждения поделился своим опытом и рассказал о планах на будущее. Екатерина Крамер, Илья Павлов, телекомпания «Одинцова».